Першочергове право на здобуття тієї чи іншої посади в державних установах для учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих бійців запропонували внести Житомирській обласній державній адміністрації у перелік вимог до кандидатів громадські організації: Всеукраїнське об'єднання «Майдан», Громадське об'єднання «Самооборона», Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану, Громадська організація «Союз споживачів» та Житомирська обласна федерація футболу. Поставить в известность общественность о проведении условий конкурса через средства массовой информации, в том числе через интернет-издания. Поставить в известность военное руководство военкома, руководство 95-й бригады, других военных частей Житомирской области, руководство военного госпиталя с целью донести данную информацию до военных участников АТО, находящихся на лечении или проходящих реабилитацию. 2. В условиях конкурса обязательно внести пункт, гласящий, что первоочередное право на занятие той или иной должности принадлежит участникам АТО и членам семей погибших в АТО. К примеру, в Израиле все, кто защищал страну, имеют первоочередное право трудоустройства на государственной должности и увольняет таких людей в последнюю очередь. Третий пункт. Внести в состав конкурсной комиссии представителей общественности в количестве не менее 6 человек с правом голоса, привлечь представителей общественности к составлению и утверждению требований кандидатам на соответствующие должности. Общественность будет настаивать на прозрачности и справедливости проведения данного конкурса. Підбором керівників, проводячи конкурс на вакантні посади та затверджуючи призначення на керівні посади бюджетних підприємств, займається депутатська комісія на чолі з головою Русланом Годованим. Пропозицію громадських організацій комісія прийняла, погодившись із думкою громади. На сайті Житомирської обласної державної адміністрації опублікована пропозиція про участь у конкурсі даних категорій громадян. Тепер учасники АТО, члени їх сімей та сімей загиблих бійців можуть звертатись у комісію чи безпосередньо до її голови Руслана Годованого. Зокрема, пропонуємо обговорення кандидатури Юрія Опанащука, колишнього директора готелю «Житомир». Не маючи фінансово-економічних показників даного підприємства, так як отримати баланс виявилося комерційною таємницею, я за даними статистичної звітності, яку здає підприємство до статистики, побудував свій бізнес-план комунального підприємства готельного комплексу України. 15 марта 2011 року Опанащук Юрій Якович сфабрикував документи, вошов в договір з реєстраційною службою управління юстиції, зарегистрировал поддельные документы и стал председателем Житомирской областной спортивной общественной организации Житомирской областной федерации футбола, вопреки уставам ЖОВ и Федерации футбола Украины. Решениями судов, думайте, Украины, вплоть до высшего суда было признано, что Опанащук не является председателем ЖОВ. Но за время своего председательства Опанащуку удалось снять со счетов нашей организации 570 тысяч гривен, похитить автомобиль, принадлежащий общественной организации. Автомобиль был объявлен в розыск, найден и возвращен в ЖОВ. Возбуждено уголовное дело против Опанащука и бухгалтера. Будучи руководителем городской общественной организации футбольный клуб «Житомир», Опанащук незаконно присвоил и использовал в корыстных целях земельный участок по адресу Каменный проезд 8, выделенный футбольному клубу. Опанащук построил на этом участке свой частный дом. Данные нарушения были выявлены в прокуратуре и комиссии архитектурно-строительного контроля. Дело было передано в суд. Исполнительная служба до сих пор ищет и не может найти Опанащука, чтобы вручить ему повестку в суд. Ну там штрафные санкции достаточно огромные. Опанащук Юдя занимал должность директора КП «Гостиница Житомир». Был уволен мэром Буровковым. Но Опанащук поделал документы за подписью Шелученко и остановился на работе. Мэр Дербоев обнаружил подлог и знал Опанащука с этой должности. Обратите внимание, что делали, у Шелученко брали, значит, показания, и у меня все эти документы есть, потому что следователи мне их выдали, вы тоже можете ознакомиться, она только со своих местах. Дальше, мэр Дербоев обнаружил подлог и знал Опанащука с этой должности. Но перед уходом Опанащук уничтожил все документы в бухгалтерии. Бухгалтерские документы он затопил, чтобы вы знали, ну, бумажные. А информацию на компьютере уничтожили. Дальше. Контрольно-реализационное управление провело проверку работы Опанащука в гостинице Житомира. Дальше. Круг было обнаружено. Финансовые нарушения хищения в особо крупных размерах. Опанащук перечислял деньги за отдых коллективов Карпата. Но на отдых из сотрудников гостиницы никто не ездил. То есть деньги туда перечислял, приезжал туда, балдел. С
кем-то, а коллектив туда не ездил. Вот это тоже есть. А Панасюк незаконно ездил в командировку в Америку. Потратил на это 300 тысяч гривен из бюджета коммунального предприятия. 300 тысяч, вдумайтесь, в Америку профессором стал. На протяжении более 2 лет при Панасюке в номере 331 гостиницы «Житомир». Это знаменитый номер, потому что там была Ольга Фредман жила. Но если бы она жила, знала, что там происходило, она бы инфаркт получила. Работала порностудия детская, где гражданин Швейцарии снимал извращение и свою продукцию отправлял в Европу. Гражданин Швейцарии был осужден на 1,5 лет, но любила бедность Панасюком в ужинной гостинице. Кто за Панасюка Юрия Яковлевича? Кто против? Кто утримался? 3 утримали.